Такого в казахстанской столице еще не видели. Шестеро женщин-дачниц приковали себя цепями к ограде Генеральной прокуратуры. Они требовали личной встречи с главой надзорного органа Асхатом Даулбаевым. Но главный прокурор Казахстана к людям так и не вышел, а предпочел выставить своих подчиненных и вызвать спецподразделение полиции. Поэтому мы сегодня пришли, чтобы Даулбаев уже увидел, чтобы нас ОМОНцы опять же не забрали. Мы сюда вот себя с цепью вот так закрепили, чтобы дошло до него, до руководства, чтобы он принял, что народ ходит к нему на прием, а их нас не пускают. Заявление наше не рассматривается. Это изымаются незаконные земли наши. Единственное жилье, которое мы остаемся на улице. У нас тысячи вообще таких дачников, которые остаются бездомные без этого. Два часа переговоров ни к чему не привели. Дачники не стали слушать прокуроров и не согласились отстегиваться от забора, если их не примет лично Даулбаев. Последнего зазывали даже гимном, который пели малолетние дети. Ну и это не тронуло сердца людей в погонах. Предварительно разогнав журналистов, они взяли штурмом протестующих. Цепи срезали спасатели, а женщин и детей полицейские насильно затолкали в автозаки. Из сотни изымаемых под госнужды дачных участков активно возмущаются не больше 20 семей. Не добившись равнозначного жилья и увеличения денежной компенсации в судах, дачники объединились в протестные группы и перешли в контрнаступление. Накануне они приковали себя цепями к ограде парламента, сегодня к зданию прокуратуры. Власти пока глухи к слезам и мольбам этих людей и предпочитают разумным решениям силовые методы.